28 января – новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Государственная помощь. Прямая линия по социальным выплатам. Удачное начало. Анимация на чемпионате Северо-Запада. Ко дню студента. Победители нашего прямого эфира. Цвети и здравствуй многие века. Фоторепортаж с празднования Дня города. Наши почемучки. Почему злятся взрослые? Вечера первая. Итоги республиканского турнира по самбо. Сводка за неделю. ГИБДД сообщает. Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик? Поздравляем! Вы стали обладателем 500 рублей от нашего еженедельника. Как всегда в номере, программа телеканалов, кроссворд, сканворд, гороскоп, детская страничка. И, конечно, объявления. Вы всегда можете купить, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник – газета постоянных конкурсов.